Уважаемый господин заместитель министра образования Китайской Народной Республики, уважаемая высокая делегация, дорогие коллеги, ректоры российских университетов и представители этих университетов. Я искренне рад приветствовать вас сегодня в зале заседаний ученого совета Московского университета, в здании интеллектуального центра фундаментальной библиотеки Московского университета. Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались за этим столом для того, чтобы провести встречу ректоров университетов Китая и России, посвященную обсуждению вопросов развития нашего сотрудничества в области естественных и технических наук. В Россию прибыла высокая делегация, которую возглавляет заместитель министра образования Китайской Народной Республики господин Чэнь Си. За этим столом находятся ректоры ведущих китайских технических вузов. С российской стороны также присутствуют ректоры и представители тех университетов, которые наиболее известны своими достижениями в области естественных и технических наук. Наши встречи на высоком уровне в сфере сотрудничества университетов России и Китая стали уже хорошей традицией. В 2006-2007 и в 2008 годах в Москве и Пекине прошли форумы ректоров Китая и России, а в мае 2009 года в этом зале состоялся первый форум ректоров ведущих университетов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Эти встречи университетского сообщества России и Китая стали важными вехами на пути прогресса и развития нашего сотрудничества. В ходе были выработаны важные концепции и рекомендации, позволившие привнести новое качество и формы в наши межуниверситетские связи. Уважаемые коллеги, говоря о развитии сотрудничества с университетами Китая в области естественных и технических наук, я хотел бы остановиться в своем выступлении на оценке значимости научных исследований в университетах, их ключевой роли в развитии науки как главного механизма инновационного развития экономики, модернизации общества. Прежде всего хочу напомнить, что 2010 год объявлен в СНГ годом науки и инноваций. За этим стоит признание на межгосударственном уровне, во-первых, особой значимости этой сферы человеческой деятельности, а во-вторых, необходимости совместных усилий научного сотрудничества, масштабных научных проектов.